Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Устоявшаяся в последние дни в городе рекордная с начала лета жара заставила горожан тянуться ближе к водоемам. Вдоль берега Большого и Малого Енисея многолюдно. Среди отдыхающих немало взрослых, и все же основной контингент вблизи реки – это коротающее время на каникулах дети. Вот и Никита со своим лучшим другом накануне пришли на ближайшую речку спастись от полуденного зноя и освежиться. Ничто не предвещало беды. Спасатели поисковой операции «Убитые горем родные». Несчастный случай с одним из подростков произошел в считанные минуты. 13-летний Егор начал тонуть, не справившись с сильным течением Малого Енисея. Не раздумывая ни секунды, на помощь другу кинулся Никита. Я вот отсюда вот прыгаю, прям этот, плыву к нему. Беру, он меня за горло так вот хватает, а я сам же тону. Запаниковал. Да. Он паникует, дышит, некит, плывем, плывем. А я-то сам уже, ну, тону и воды нахлебнул. Говорю, этот, Егор, подожди, сейчас мужики помогут. Я говорю, мужчины, помогите нам. И один мужчина поплыл, но тоже не смог его спасти. А я уже, ну, ничего не мог сделать, кое-как сам доплыл. Думаю, сейчас сам утону. Как говорят спасатели, мальчика во время купания могло затянуть в водоворот. В этих местах это нередкое явление. Поиски пока результаты не дали, поэтому у нас есть план осмотреть вот эту большую яму водолазами, силами водолазов. И там вторая яма есть. А то что есть, такое яма? Яма, ну это вот впадина глубокая, где вода образует круговерть. Тут, смотрите, волна идет сюда, в этих ямах она обратно поворачивает. В основном в таких местах люди и тонут, потому что люди начинают в таких местах бороться против течения. И они думают, надо лучше плыть к берегу. Совет, просто в таких случаях надо плыть, отдаться течению, плыть по течению дальше, дальше, дальше по течению идти, а потом чуть-чуть, там, где водоворота нету, там выйти. Просто инстинкт самосохранения. Люди сразу начинают тянуться к берегу, начинают бороться с волной. И ослабевают, или судороги схватывают, и все, человек тонет. Вот такая ситуация. В первые часы после случившегося спасателями была обследована акватория реки Енисей. Параллельно водолазы метр за метром проверили прибрежное дно места ЧП. Видимость по местам хорошая. Там глина тоже есть. В некоторых местах только видимость метра дальности. А где там течет, там больше видим. Поисковые мероприятия длились до наступления темноты, но поиски результатов не дали. Как мы можем наблюдать, жители Кызыла и гости столицы любят отдыхать у реки не только на правом берегу, так и на левом. Спасатели предупреждают родителей внимательно присматривать за своими детьми. Не доглядели за своим двухлетним ребенком родители в поселке Сукпак 9 июля. В этот день около 11 часов вечера в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже малыша в лесном массиве вблизи населенного пункта. Установлено, что в этот вечер семья пропавшего мальчика находилась в этих местах на отдыхе. После того, как они обнаружили, что ребенок пропал, они предприняли самостоятельные поиски, которые не привели к результатам, после чего мама ребенка обратилась в полицию. Отмечается, что пропавший ребенок с остальными детьми гулял вдоль береговой линии. В какой-то момент взрослые отвлеклись. Спустя некоторое время мама не обнаружила сына. На поиски ребенка были брошены все силы. Более 60 сотрудников из числа полицейских и спасателей. Администрации поселка Сукпак, волонтеры, местные жители, а также кинолог с собакой. Они прочесали каждый метр как на суше, так и на воде на протяжении всей ночи. Семейный отдых также закончился трагедией. До рассвета потом подождали, потому что там уже видимость плохая, там дна не видать. С рассветом начали работать с лодкой. И обследовали все острова, которые поблизости. Потом водолазные наши работы шли там. Все ямы глубоководные смотрели.
Ну, после того, как осмотрели все ямы, решили перебазироваться дальше, просто до островов возле горы Бом. И вот наши ребята на водомете, но она может на не очень глубоких водах ходить. Они его нашли примерно в 3 километрах от места утопления, скажем, от места происшествия, где он исчез. Еще один случай гибели ребенка в воде произошел 7 июля. В водах искусственного водохранилища, расположенного в 10 километрах от села Тевихаят Зунхимского района, утонула 10-летняя девочка. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 7 июля текущего года около 16 часов 4 малолетних девочек в возрасте от 9 до 12 лет купались в искусственном водоеме, расположенном в 10 километрах от села Тевихаят Зунхимского района, без сопровождения взрослых. Во время нахождения в воде, не имевшая навыков купания, 10-летняя девочка начала тонуть и затем не смогла самостоятельно выбраться из воды, после чего утонула. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Для установления причины смерти малолетней назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Все трагические случаи, связанные с детьми, стали очередным печальным напоминанием, что безопасность на воде должна быть на первом месте. Чрезвычайные происшествия, как злой рок, идущий чередой, стали поводом для экстренного заседания в правительстве республики под председательством заместителя главы Тувы Аяса Чуданула, который подверг резкой критике доклады выступающих. Вот вся наша работа всегда сводится к тому. Тысячи провели акций, квестов, буклеты, памятки, лекции. Вот она, наша работа, всегда. Это не только к вам относится. Это всем, всем относится. Гроши на вам, господа, все. Вы за это хорошую зарплату получаете. Мне уже на самом деле надоело уже. Каждый раз мы слушаем, какие бравые зарплаты. Вот столько-то сделано. А у нас вот факт налицо. Вы должны были произвести разбор. И если вы сами не виноваты, вот именно по этим фактам, я конкретно факты спрашиваю, 4 человека погибло, детей. И если вы сами не виноваты, тогда, пожалуйста, определите меры ответственности всех заинтересованных структур. Если вы такие беленькие чистенькие, вы скажите тогда мне, кто не дорабатывает? Я это хочу слушать. Вы мне скажите сейчас, кто виноват? Кто прав, а кто виноват, выясняли в ходе всего заседания. Понятно было одно, что ведомства не взаимодействуют между собой. Места купания у нас нет, пляжей нет. Отрегулирование обеспечивается в меру своих возможностей. Взаимодействие, координация как такового серьезного качества нет, отсутствует. Конкретного разбора по конкретным ситуациям по факту гибели детей тоже нет. Если мы конкретно факты не будем разбирать, и через оттуда, то есть именно конкретным фактам, соответственно, не будем делать выводы, да, именно в обычной форме, и на все предложения. У нас как была такая ситуация, как так останется. Аяс Чуданул потребовал от всех ответственных структур и муниципалитетов четких выполнений задач. В первую очередь организовать информирование населения о несчастных случаях на водных объектах с призывом соблюдать меры безопасности. О контроле за детьми, недопущении несчастных случаев на воде и распитии спиртных напитков. В срок до конца купального сезона закрепить несанкционированные места для купания за органами исполнительной власти республики для патрулирования береговой зоны водоемов. Конечно, мы всех не заставим. Если нет места специально оборудованного, конечно, люди будут купаться, они будут там будут купаться, еще где-то будут купаться. Это же человеческая суть, соответственно, нужда, то есть, да, и тем более, то есть, жара была. Но тогда, получается, мы даже какие-то другие меры предпринимаем, пока не будут оформляться, пока не оформлена вот эта исследовательная документация, пока не изысканы финансовые средства. Несчастные случаи на водоемах, к сожалению, происходят из года в год. И в первую очередь обезопасить своих детей от них – обязанность взрослых. В целях предотвращения гибели детей на водных объектах в результате несоблюдения правил безопасности со стороны взрослых, родителей, Главное управление МЧС России по Республике Тыва просит жителей республики при отдыхе вблизи водоемов быть особенно бдительны в отношении малолетних детей, не оставлять их ни на секунду без присмотра.
Правоохранители подчеркивают, что основной причиной детского травматизма и несчастных случаев, включая и летальный исход детей, является отсутствие надлежащего родительского контроля и присмотра. Как показывает анализ, более 80 несчастных случаев, происходящих с детьми и подростками, можно было предотвратить при более тщательном контроле со стороны родителей. Чинчика Шпукол, Буяна Юн, Илья Сапон, телекомпания «Новый век». Мэрия города Кызыла информирует о том, что 15 и 16 июля в период проведения мероприятий, посвященных празднованию республиканского праздника на дом, устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Руководителям предприятий общественного питания также рекомендуется снять с реализации в день праздника алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. Запрет установлен согласно постановлению мэрии города Кызыла. Помимо этого, в дни на дома в Кызыле будет действовать временное ограничение движения крупногабаритных транспортных средств. Министерство дорожно-транспортного комплекса Тувы доводит до сведения всех заинтересованных в автоперевозках пользователей автомобильными дорогами, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня животноводов, на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с 12 по 15 июля вводится временное ограничение движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Также в целях обеспечения безопасности 14 июля с 10 часов до 17 часов во время проведения конных скачек на участке автодороги Кызыл-Эрзин госграница будет закрыт проезд для всех типов транспортных средств. Будет организован альтернативный проезд. Пограничное управление ФСБ России по Туве информирует гостей и жителей региона, что по инициативе монгольской стороны, по согласованию с государственными контрольными органами, в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Хандагайты, Цаган-Талагой и Шарасур в период с 12 по 15 июля установлены санитарные дни. Пропуск через границу лиц, транспортных средств, товаров и грузов в данный период осуществляться не будет. И о курсах валют: доллар стоит 63 рубля 80 копеек, евро 71 рубль 56 копеек. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. Шубы в рассрочку. Норка 39 тысяч рублей. Мутон 6900. Успей купить с 11 по 14 июля. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина. Улица Интернациональная, 3. На Кызылской ТЭЦ энергетика убила током на рабочем месте. Следственный комитет по республике приступил к доследственной проверке происшествия, имевшего место на АО «Кызылской ТЭЦ». Инцидент произошел прямо на производстве с турбином в цеху предприятия, где шла смена. Рабочие готовили к разогреву котел, чтобы запустить подачу горячей воды после плановой остановки в связи с ремонтными работами. Стало известно, что пострадавший во время работы проник на территорию секции номер 2 предприятия и получил поражение электротока. Скончался на месте. Сейчас проверяется, были ли нарушены правила охраны труда. В Туве проходит видеомарафон. В честь 250-летия со дня рождения генерала от инфантерии графа Евграфа Комаровского по всей России проходит литературный видеомарафон «Читаем записки графа Комаровского», в котором принимают участие военнослужащие, сотрудники Росгвардии и все желающие. В Туве видеочтение записок легендарного командующего внутренней стражи записали учащиеся 10 класса Кызылской школы номер 11. Практически все записи оказались удачными и были отправлены на конкурс. Также принять участие в мероприятие решили и сотрудники Росгвардии Тувы. В артиллерийском музее, между прочими достопримечательствами, мы видели один из бочонков, начиненный порохом, принадлежащий кацкой машине. Мы купили там несколько секретных замков, видели из таковых один, который привинчивается к двери. К всему замку приделан небольшой пистолет. Когда отворишь дверь, пистолет делает выстрел и искрами от кремня зажигает маленькую свечку подле полки, находящейся. И таким образом хозяин разбужен, и комната освещена. Все замки изобретены против воров.
В конкурсе могут принять участие все желающие. Для этого нужно записать на видео чтение понравившегося отрывка из произведения «Записки графа Комаровского» и прислать готовый ролик на электронную почту пресса @rosgvardsobakamail.ru. Видеоролики участников акции будут представлены на сайте Федеральной службы и официальных аккаунтах Росгвардии в социальных сетях. В Национальном парке Тувы имени Гастелло прошел очередной конкурс красоты и таланта среди молодежи «Мисс и мистер парка 2019». На этот раз конкурсанты выступили на тему «Года человека труда и года театра». Все участники проходили различные испытания, представления, защита костюма, танец и интеллектуальный конкурс. Победителями республиканского конкурса красоты и таланта «Мисс и мистер парка 2019» стали Айхан Сэгбе и Айкыз Дангак. Дипломами были отмечены победители в отдельных номинациях. Республиканская детская больница сообщает об изменении режима работы амбулаторно-поликлинической службы. С 8 июля в детских поликлиниках утвержден график работы дежурных врачей-педиатров с понедельника по пятницу до 20:00, в субботу с 9 утра до 15 часов. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные. Грозы, возможен град. В Кызыле облачно с прояснениями, дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 12-17. Температура воздуха ночью +14, +16 градусов, днем +22, +24.